Через 3 года здесь, в районе озера Арахлей, должен появиться настоящий курорт. Так, по крайней мере, считают в Забайкальском департаменте по туризму, где туристический кластер планируют построить за 3 миллиарда рублей. Планируется строительство ряд новых баз, планируется строительство кемпингов, планируется строительство кафе, станции технического обслуживания. То есть малый и средний бизнес как бы активно готов включиться. Но все это в планах. В реальности же полно бытовых проблем, которые нужно решить хотя бы для того, чтобы Арахле остался на уровне любимого пляжа Забайкалья. Страсти по здешним мусорным кучам длятся уже не первый год. С новой силой спор разгорелся в июне. Начался пляжный сезон, и помойки разрослись еще больше. Природный парк – это особо охраняемая природная территория регионального значения, которая образована без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственников земельных участков. Таким образом, вся территория парка, за исключением кордона и небольшого участка на озере Большой Ундугун, принадлежит Читинскому району. По словам Лазаревской, 4 июня на выездном заседании Совета по развитию Ивано-Арахлейского природного парка было решено, что санитарной обработкой этих земель должна заниматься именно районная администрация. Но там заявляют, что мусорки не закреплены вообще ни за кем. Администрация района отвечает только за свалки в границах населенных пунктов, а свалки вокруг Арахлея в основном несанкционированные. Их создает не население Читинского района. Отдыхать на Арахлее выходные едет весь город. Они ни за кем не закреплены, поэтому убираем их общими усилиями, нашими, волонтеров и руководства поселений. Так и стоят несколько ведомств вокруг этих свалок, смотрят, как они разрастаются, а кому вручить метлу, чтобы прибраться, не знают. Остается надеяться, что в планах департамента по туризму, где есть гостиницы и общепит, нашлось место и для свалок. Шикарные кемпинги вокруг помоек не нужны никому. Никита Гребенников, Дмитрий Козлов, ЗапТВ.